19 января православный мир отметит один из самых почитаемых и любимых праздников – Крещение Господне. В храмах Щелковского района пройдут праздничные богослужения. Верующие будут спешить за освященной крещенской водой, ну а самые смелые – по традиции окунуться в прорубь. В этом году в Щелковском районе оборудовано 11 площадок для крещенских купаний. Информация о местах и времени работы купели размещена на сайтах администрации района и городских сельских поселений. Площадки будут оборудованы комфортными раздевалками, подготовлен горячий чай. Везде будут дежурить наряды спасателей, медиков и полиции. Мы очень готовимся к этому. Все нюансы, все особенности мы уже знаем. В городском поселении Щелково мы ожидаем порядка 2000 по опыту прошлого года, 2016-го. Ко всему мы, в принципе, готовы. Готовиться к купанию необходимо заранее. Например, принимать контрастный душ. Находиться в проруби рекомендуется не более 1 минуты, а сразу после насухо вытереть тело, одеть сухую одежду и согреться горячим чаем. Медики не рекомендуют принимать участие в купании людям с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями. Противопоказано также окунаться в состояние алкогольного опьянения. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Избегайте купания в неподготовленных водоемах.